но на каждом километре, отсюда и до конца мира. Болгарская коммунистическая партия посвящается. Нас родило красное знамя. Нас не пугает смерть. Стефан Данаилов, Григ Рыбачков, Петр Слабаков, Любомир Кабакчиев, Георгий Георгиев. Георгий Черкелов, Борислав Иванов. Коста Карагел, Никола Дойчев, Стоян Бельчев, Карагеоргиев, Иван Стефанов, Иван Обретенов. Стефан Сердов, Пламен Чаров, Иван Златарев, Алеша Бехов, Николай Камбуров. Рыцарский крест. Болгария в опасности, господа. История это спасение Отечества в наших руках. Если русские выйдут к Дунаю, то можно прощаться со всеми надеждами. Но где выход, господа? Где выход? Единственный выход, генерал, это дверь. Извольте, господа. Господа. Пока дипломаты занимаются своей работой, мы не должны допустить захвата коммунистами власти. У нас есть все основания считать, что они готовятся к решительным действиям. Вероятно, ждут сигнала из Москвы. Поэтому никакого расслабления. Наоборот, необходимы более строгие и решительные действия полиции, жандармерии и армии. Извините, это срочно. Пожалуйста. Господин Вилинский, противовоздушная оборона сообщила, что на территории Северной Болгарии летит посторонний самолет, по всей вероятности советский. Да, я ждал этого самолета. Видимо, это и есть тот самый сигнал из Москвы. Сообщите всем областным управлениям и командирам подразделения о возможных парашютистах. Слушаюсь. У вас есть какие-то соображения? Да, господин министр. Зарубежное бюро обязательно направит сюда своих людей. Причем кого-то из высокопоставленных чинов. Это он уходит. Да, движется к деревне. Мать твою. Попадет прямо им в руки. За мной, быстрее. Затушите костер.
уносит ветром. Вот уж не везет нам. Они его заметили? Погода ясная, не могли не заметить. Пропал человек. Думаешь, жандармерия ведет наблюдение в горах? Мы же вчера их видели. Сколько у них человек? Наверху немного, но в деревне целый эскадрон и пехотный взвод. Тогда слушайте, я подниму отряд по тревоге. Пойдем к скалам. Если не найдем его там, то пойдем с другой стороны. Думаю, что товарищи кроются в лесу. И будет искать связь. А если эти гады его найдут? Посмотрим. Давайте. Встретимся в конце турецкой дороги. Туда идите. Здравствуй, дед. Дядо.
Дед, ты местный? Можешь вывести меня к дороге в город? Вывести-то я могу. Почему же нет? Ну, подожди, пока я тут соберу. Хорошо, я подожду. Осторожно. Веточки для бабули? Ну? Дай руку. На растопку. Откуда ты? Из города. Я землемер. Заблудился. Случилось? Бывает. И землемеры могут заблудиться. Раз не слышны выстрелы, значит, все в порядке. Может, укрылся где-то и ждет нас? Нужно искать еще. Лучше вернуться. Может, им что-то известно? Значит, ты меряешь землю? Да, да. А где твой инструмент? Я пока еще только смотрю. Боюсь партизан, поэтому хочу поскорее вернуться отсюда. Тогда мне нужно было вести тебя к жандармерии. Они тебе и лошадь бы дали. А это далеко? Нет, недалеко, тут рядом. Ну, до города к ночи не дойдешь. Нет, ты выведи меня просто на дорогу. И можешь идти, а дальше я уж сам. Нет, как я оставлю тебя в лесу одного? Нет, нет, давай я уж тебе покажу. Пойдем. Смотри, тяжело только здесь, а как заберемся на холм, а они за холмом. Точно. Нигде никого. Все же спрятался. Если бы они его нашли, был бы слышен шум. Все-таки нужно все хорошо осмотреть. Мы не можем так бросить человека. Искать человека в таком лесу, все равно, что искать иголку в стогу сена. Это точно. Вот помню, однажды у нас в Испании